Нынешняя зима, преподнося сюрпризы, не предупреждает коммунальщиков. Так очередной снегопад снова застал врасплох. Это видео прислал наш мобильный репортер. Огромные пробки образовались утром в час пик на Советской и проспекте Ленинского комсомола. По дороге, отметил автор видео, снегоуборочная техника ему не встречалась. Синоптики обещают, что снег будет идти еще по крайней мере пару дней, а значит и работа для коммунальщиков будет. Ну а мы станем следить за ситуацией на дорогах и рассказывать в наших новостях.